И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival. Все так же на Extinction. Продолжаем выживать на Extinction. И сегодня мы пойдем добывать ресурсы. Помимо ресурсов, таких как металл, дерево, камень, ла-ла-ла, все дела, мы будем добывать еще, точнее искать, мед. Как вы прекрасно помните, я в прошлой серии пытался... В прошлой серии я пытался притомить Мишаньку, но пока туда-сюда Мишаньку завалили. В общем, томить это будет еще то приключение, я бы так сказал. Если не томить, в зимке, наверное, но это не точно. Ну так вот, для Мишаньки нужен мед, поэтому по пути еще добудем мед. Также, помимо добычи ресурсов, мы будем сегодня исследовать территорию, но не там, а вот там. Искать место под базу. Вовось найдем. Может быть, но это не точно. Ох ты, как красиво! 3000 ровно. Больше качать не буду, потому что люблю красивые числа. Я вообще люблю все красивое, но это уже другая история. Так вот, поставил вот такой вот я себе станок. Ну, дешевенький, но до сих пор он не работает, да. На локалке не работает. Это, если что, Savage PvE мод, и он для серверов Savage сделанный был. Да, на серверах там работает, а в локалке не работает, так же, как и генератор, работающий от oil, что там, от нефти. Вот, поэтому, ну, не судьба. А вот, такие вот дела. Но я не расстроился, я тогда себе, помните, на... Где? На этом же еще? Или я уже на острове установил? Но суть в том, что если ввести суп, то мы видим прекраснейший станочек, на котором не хватает цементной пасты. Ну, собственно, ее мы сейчас и будем добывать. Да даже если я его построю, все равно будет жопа полная. Почему? Потому что, чтобы делать ускорялочки, нужно пиво. Да, пиво такое себе. Единственное, где я его употребляю, это в игре. Почему? Потому что мне не нравится. Но не об этом сейчас, а о том, что... О, класс, здоровечка тоже пригодится. О том, что мне нужно будет создавать огород и все в таком духе. В общем, ускорялок мне еще очень далеко. И если посмотреть в инвентарь, то мы видим, как Speed Potion у меня созданный. Создается не за копейки, но использовать его бессмысленно. Видите, как я лечу, сьюзаем, и видите, как я лечу. Как по мне, так ничего не изменилось. А если бы изменилось, то я это не ощущаю от слова, ну, вообще. Потому, ну, что есть, что нет. В любом случае, погнали искать. Где же? По координатам. Сейчас я гляну координаты и скажу... О, дискорд даже не запущенный. Классно, у меня там просто координаты записаны. Вспомнил. 53 на 54 и 54 на 55. Ну, тут как бы тяжело было не запомнить, сами понимаете, да? Вот. Поэтому летим туда, сейчас сразу же добудем метка, и почему бы и нет, немножечко разведаем территорию. Кстати, вполне прикольное место. О, терминал. Терминал, к тебе я хотел подлететь. Никого? Никого? Угу, отлично. Что у нас здесь? Во-первых, могу делать пыль инфорсера, но я помню, создание инфорсера зависит от навыка изготовления. Это как, собственно, рецепт всякого вот этого фигни. Так, щит энергия, это у нас в чем создаем? А, разведчик. Разведчик тоже можем будет создать. Ну, собственно, это я и в руках могу создать. Ну, понятно. В общем, инфорсера тоже нужно будет состряпать. А у меня есть... А, у меня нет ресурсов, у меня полимера нету. Ну, ладно. Если в какого-нибудь искаженного... Ой, как там, корабль проклятого... Проклятый или искаженный? Неважно. В общем, короче, если я добуду немножко полимера, то создадим, почему бы и нет. Тем более терминал, как видите, недалеко. Опять я нажал на пробел. Не, хотя бы сейчас вниз не полетел, а то у меня уже было такое, он просто летит и безостановочно. Так, 55 на 53 на 54. Летим, смотрим, ищем. В целом, для меня поиск территории... Да что ж такое, ты мать, почему я жму на пробел? Кто мне скажет, почему я жму на пробел?
Дабы ускориться? А, наверное, типа, чтобы подняться выше, ниже. Из какой-то игры у меня такое... Ой, не знаю. Ну-ка. Ох, красиво. Да, они тоже могут добывать эти скамейки. Я прям был в шоке, когда это узнал. Но, понятное дело, они добывают меньше, нежели... кто-либо. Так, мне нужно вот туда. 53 на... Вот сюда. В общем, задача моей территории, ту, которую я хочу занять, это чтобы вода была рядом, чтобы была ровная площадка, и чтобы, если что случайно случилось, я мне не пришлось обходить полкилометра. Допустим, если я построюсь где-нибудь вот там наверху, то мне, чтобы подняться наверх, нужно нифига куда и где бежать, кстати. Вот что я хотел выдавать. Давай, поднимайся выше. Ага, здесь тоже есть проход, но как сюда пройти, это уже отдельная история. Вот, просто я хотел вот здесь где-то топежара тоже 85 левела было, но, сами видите, у меня топежа намного круче и интереснее. А, мед, медок, точно, он же где-то вот здесь внизу, я тогда мед лутал. Точно, помню, было дело. Но еще я помню, что здесь какая-то полная жопа, здесь хищников много и так далее. 52 на 53, примерно в нужном месте нахожусь. Но улей, он должен светиться красненьким, потому что у меня есть, у меня включена труба. И я должен сразу же видеть ее. Точнее, его. Ну, улей, в смысле. Да, я сейчас хотел нажать на пробел, чтобы подняться вверх. Я не знаю, откуда это у меня в голове, что пробел это... Я от этого поднимусь, черт его знает. Слушайте, я не вижу здесь меда. Может, он где-то внизу? Черт побери. Ладно, поищем немножечко поищем. Ох, какая красота, вы только посмотрите. Супер! А еще знаете, что я понял? Да, залез на карту, смотрю желтые значки и понимаю, что эти значения, точнее эти координаты, возможного спавна, ну то есть не 100%, а 100% спавна, это в лесу. Ну вот где-то там, ну ладно, не там даже, а вот там, вот где-то там, вот, в лесу. А здесь не 100% спавн. И вот как бы я уже понял, что... Беда. Сейчас лечу на другие координаты. К примеру, 49,7 на 69. 49,7 на 69. Ну и, собственно, уже будем смотреть хотя бы что-то как-то где. Еще вот эта надпись. Не была бы, вообще бы. 49 на 60... О, 47. Бам! Мозги взорвались. 49 на 68. Вот, 49 на 68. Так, вот так мы уходим. И это вот сюда. То есть где-то вот здесь. И в целом это место, где очень много. А еще здесь разные уровни. И я нашел. Я хоть что-то нашел. Давай по этому глянем, как их искать. Как они отображаются. Так, здесь он не цепляет ее. Но, блин, вопрос немножко в другом. А как я буду лутать этот? Да уж, это такая проблемка. Членули. Давай посмотрим вот так. Подожди, может. Нет. Слушай, что-то какая-то фигня. А как он в этом-то ищется? Может, гигантская пчела. Слушай, он в смысле он не находит? То есть серьезно? То есть я сейчас с фигней страдал, когда до этого пытался что-то найти и. Иногда хотя бы поглядывал в эту фигню.
Это проблема. Это проблема. Это проблема. Да блин, опять нашел на пробел. Да что ж такое-то, а? Ну ладно, что, поищем еще, может, где найду, где не под потолок будет это все дело висеть. Надеюсь, хотя бы так. Я тут подумал, все равно так ее не достаю. Поэтому почему бы не попробовать сломать нафиг ее? Давай попробуем. Что вообще из этого выйдет? Дропнется, не дропнется? Раньше когда-то дропалось, сейчас не знаю, дропнется что-то или нет. Ну, раньше и когда-то оттуда пчелки вылетали, если что. Ну, кстати, было прикольно, пчелки вылетали, там все дела, вот это все. Не, ничего не дропалось. Но может хоть заспавниться в другом месте. В более доступном. Блин. Кстати, вот кого я хотел показать вам. Ух, 125 левел. Клёво, конечно, но томить не буду. Смысла немножечко нету. А еще очень кайфово, что выносливость восстанавливается даже вот в таком положении. Цепляешься хоть к вертикальной поверхности, а выносливость восстанавливается. То есть... испытываешь трудность, зацепился, неважно куда, неважно что, потихонечку восстановится. Так, чтобы ты смог где-то приземлиться в более аккуратном месте и восстановить себе выносливость куда намного быстрее и лучше. Но восстанавливайся. О, клёво! Ого! Ты посмотри! 145 левел. Офигеть! Не, ну томить я точно не буду. Нафиг, нафиг. Я одну притомил, мне хватит. Ну и у вас в баню еще приземляется. Ну ты посмотри-ка, а. Вот отца еще прям приземляется так вальяжно. Да и... фу, меня томить не будут. Можно приземлиться спокойно. Блин, выживут. Притомлю. Наверное. Потому что не хочу. Кстати, я все еще в поисках места заодно. По пути, как говорится, до дела. Но реально пока что лучше моего местечка-то ничего и нету. Большая ровная площадка, все дела, да, там немножечко подлатать, но все вполне неплохо. Один только минус, как я уже говорил, это вода. Вода далеко, но это фигня же. Сейчас в ту сторону острова сгоняю, точнее острова жизни, потому что здесь астероиды не падают на меня. Ну вот, загоняем туда немножечко и там посмотрим, может, что найду еще там. Да, и нужно будет загонять, поубивать этих пиздюков отравленных. Ну, почему бы нет? Инфорсера хочу сделать. Инфорсера. Место, конечно, клевое. Обзорная вышечка, прям кайф. Отсюда видно два прототипа арков. Ну, это прототипы арков. Зимний и пустынный. Ну вот, видно отсюда вон там, видите, здание. Это, если не ошибаюсь, здание, в которых хранилась информация по исследованиям и так далее. Видно огромный осколок, который, собственно, вырывается из земли элементом. Класс. Я опять сюда забрался. Мне здесь нравится. Мне здесь однозначно нравится. Хотя бы разочек чисто вот прилететь сюда, посмотреть на всю карту. Да, я тут бегал, помню, за край. У меня там был какой-то видос, типа упал за край, что ли. Ты типа бежишь, какой-то определенный момент ты еще живешь, и потом... и все. Что-то типа того. Вот такие вот дела. Но... найти я еще все еще место под постройкой не могу, походу, да. Но где я там начал строиться, там, походу, и останусь. Потому что, ну, слишком уж клевое место. И прям реально, ну, очень клевое место. Кстати, здесь я не знаю, есть ограничение вверх или нет. Вроде бы ты взлетаешь, и потом... и тоже взрываешься. Ну, типа взрываешься. Сдыхаешь, короче. Потому что я вот сейчас прилетаю мимо, мы вот видим какие-то типа облачков и так далее. И по сути арк-то, понятное дело, как там ограничивается, то есть это там силовое поле и все в таком духе. На земле такого ограничения нету.
И здесь просто стоят маячки, которые не дают тебе выбраться за пределы. И вверх ты типа улетаешь за слой, вот это типа сгораешь на солнце. Вот. А вот эти вот такие эти мне напомнили башню Мстителей. Такие выступы. Возможно, типично выступы в таких зданиях, но больших. Но мне напомнило именно его. Да. Ладно, погнали добывать ресурсы. Как я уже сказал, я не нашел меда. Ну, это было единственное место, где я нашел то, где я сломал. О, да, это вода, я так и знал. Ай, черт побери. И так почти каждый раз я обязательно сюда врезаюсь в этом. Кстати, я топежу отклеймил. И приклеймил сразу. Ну, почти сразу. Чтобы у нее не было надписи кем, типа, придавленный и так далее. Чтобы не было лишней информации. Я так вижу две строчки с надписями, значит, он присвистанный за мной. Если я вижу одну строчку, значит, не присвистанный. Это мне удобно, поэтому я отклеймил. Чё-то до этого я не додумывался. Но я вот сделал так, и это очень даже правильно с моей стороны. И сейчас покажу, где я строился раньше. Я уже пролетел это место, где я строился раньше в своем первом выживании на Extinction. Вот здесь. Около прям вот этого входа. Я поднялся наверх по вот этим вот лестницам. Здесь реально можно подняться с самого низа на самый верх. Я здесь поднялся и вот здесь сюда отстраивался. Да, если покопаться по моему каналу, можно увидеть, как я выживал на Extinction. И это, да, это то самое место, это клево. У меня тут воспоминания с этим, конечно, еще те. И адовые, и вполне прикольные. Да, начал я здесь выживать еще до того, как у меня появился Литум, если я не ошибаюсь. Да и в целом, кстати, место неплохое, здесь и металл недалеко, вроде бы как, и кристаллы там вообще в самом низу, типа, спускаешься, и там же кристаллы где-то вроде бы в том районе добываешь. В общем, неплохо, неплохо, единственное, опять-таки, что же вода здесь еще дальше, там, чем то место, где я сейчас живу. Вот, ну, построился я здесь, опять-таки же потому, что я играл на сервере, чтобы подальше от людей, бла-бла-бла, все дела, вот это вот все. Не люблю, когда по моей базе бегают, все в таком духе. Да, может поэтому я и люблю играть на локалке, потому что я прохожу игру, а не выживаю. Возможно, я потом когда-нибудь опять на серверах поиграю, но когда что будет, черт его знает. Погнали добывать ресурсы. В целом, я пока летал, я добывал ресурсы. Я пробегаю мимо, точнее, пролетаю мимо столбов, я их обязательно сшибал. Не все, пока попадал. И, соответственно, уже добывал металл, поэтому почему бы нет. Плюс немного хитина добыл, что тоже очень даже хорошо. Сейчас пойдем добудем полимером и... Все будет просто прекрасно. Так, вот это вот мы тебе скинем. Этого будет тебе достаточно, потому что сейчас еще добудешь. Вообще выкинуть нафиг. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, создаем сколько. О, мне хватает, отлично. Металл и... Ну, естественно, как я уже думал, я могу... Так, первый то... Во! Я могу создать свой первый элемент. Классно. Классно-то классно. Металл. Надо печку сделать. Надо добыть побольше уже металла и сделать печку. Чтобы уже тратить древесины по минимуму, скажем так.
могло быть, не зажечь. Отлично. Все, металл пошел пережариваться. А я сейчас получу свой первый элемент. Классно, он стабилизируется, у меня будет элемент. Как видите, добыть здесь элемент, ну просто изи в сравнении с остальным. С остальным, что я делал, скажем так. С операцией. Ой, ужасно, как же там было это все, вот это вот ждать, особенно по несколько этих... что там, 50 минут, чтобы создать 3 телепорта. Это благо у меня был телепорт. Если бы не было телепорта, прикинь бы, что бы. Мне вот это вот туда-сюда. Ох, кошмар. 35-й. Тернадон. 10-й. Погнали. Погнали к какому-нибудь обгаженному говнюку. К примеру, вот это. Опачки, отлично, кератинчик. Ха! Обломались. Приземляемся. Погнали. Пораженный нарост. Оу, е. Один полимерчик уже есть. А, это я так бегаю. Один полимерчик уже есть. Кайф. Мне нужно 20. 2 у меня есть на базе, но он, я думаю, уже испортится. Поэтому, да. О. Арнел. Давай сюда. Тоже пригодится добыть, потому что хитинчик нужен, хитинчик очень сильно нужен. Так, качаем урон. Да, конечно, желательно бы вот какого-нибудь такого вот жиробаса бы мочкануть. Вот, кстати, почему они друг дружкой не мочкаются? Ой, да ты чё, серьезно? 4700 тысяч, ты и ты в баню, я тебя мочить не буду, я устану быстрее, чем у тебя хп закончится. Вот, трайки-то уже интересно. Это уже интересно. Конечно, интересно, как они... О-о-о-о-о, не надо разгоняться. Интересно, как они вот обгаживаются, да? Типа вот у них часть туда, часть сюда. О, еще кератин добывает. Кайф. То есть они прям... Они прям заражаются частично. Вот это вот и все прям. Ну, прикольно, прикольно сделано. О, газбакс! Газбакс! 10 левел. Ну, тоже неплохо. Так, а если я приземлюсь? Нет, не приземлился. Точнее, не так, как хотелось бы. Плавись. Ага. В смысле, я могу так... О, прикол. А я не знал. Типа, я приземлился и могу стрелять. Блин, клево. Это, конечно, клево. Да иди ты в баню. Дурная эта морда. Нифига ты мочкаешь. Так, там еще Дила. Ну, Дила идет взад. Я не хочу с ней пока что разбираться. А вот Рекс позамочить было бы неплохо. Ну, блин, огребаюсь прям жестко. Благо я хпшечку вкачал. Да и в целом я в полете мочу, так что мне пофигу на это дело. Вот Дилку бы я мочил, во, отлично, а то она ударит и типа это может добыть. Рекс, иди в баню отсюда. Отлично. 15. Ну вот это уже неплохо, вот это уже неплохо. О, еще первосортинг куда был. Ох, как это красиво. Так, выкидываем хлам. Кирка пускай остается пока что. Стрелки вообще огонь мне сейчас нужны, как никогда. Тан-тан. Пораженное сердце. А они что, нужны будут? Ну окей, давай пособираем, почему бы нет. Отлично. Сейчас я могу состряпать инфорсера, к примеру. К примеру. А я хочу состряпать инфорсера. Во-первых, нужно положить первый свой элемент сюда. Угу. И состряпать инфорсера. Я не помню, что на него нужно, но как вариант, все, что я сейчас беру, это мне пригодится. Так, 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 так.
А что, он испортился окончательно? Окончательно испортились два кусочка. А, ну, кстати, да, они же портятся сравнительно быстро. О, даже органический полимер у меня. А это с кого я звукал, интересно. Тоже неплохо. Или он когда портится, превращается? Да нет, он бы, там бы у меня тоже был бы. Ладно, пофигу. А, с кого туда было, хорошо. Погнали к терминалу. Да-да-да-да, погнали к терминалу. Сайнфорс, надеюсь, ничего не забыл. О, да, вы только посмотрите. Классно. Летят метеориты. И это супер красиво. Слышу бах-бабах. Это клёво. А, я просто хотел проверить, что да когда где вообще бабахают по мне или нет, по моей базе, вот в том районе. Так, 70 левел, 145, а там я все-таки хочу потом метапижарку, пригодится. По идее, не должны бабахать в этот район, по идее, в этом районе точно так же должны сбивать. То есть должна срабатывать защита, и они должны сбивать. Но это клево. Это однозначно клево. Прям очень рядом просто попадает. Ух, супер. А мне не хватило элементарной пыли. Все взял, но пыльки-то не хватило и на 500. Так. Создаем. Отлично. Ломать. И вот у меня инфорсер. Классно. Точно, он же телепортируется на короткие расстояния. Но только когда у него остается это, вот, откатывается умение. Он же там вроде бы как у них что-то есть другие умения. Или я ошибаюсь. Но суть в том, что клёво. Ой, да ты еще и по стенкам лазишь. Кайф, 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 однозначный кайф. Ну давай, давай, ползи, ползи, как ты там ползешь? Ай, короче, прыгай, да иди ты в баню, прыгай, говорю, давай. Хоп, давай. Ой. Так, что ты еще умеешь? Какой-то взрослый непонятный. Недостаточно выносливости. Ну это понятно, это прям вообще ни о чем мощный получился. И если я не ошибаюсь, там должны быть какие-то рецепты у них, все в таком духе. Ну, через терминал, да, точно должны быть. Потому что через терминал ты там, типа, ну, вообще прям ни о чем мощного создаешь и такой прям. Ну клевый же! Клевый! Клевый! И все тут! Да. Так, можно ли как-то тебя... Так, с этого управлять это понятное дело. Обратно собрать у тебя как-нибудь вообще было бы хорошо. Имена у них прикольные, конечно. Экспортивно, снять клеймо, изменить имя... Ватанте. О-о-о, топе же! Нифига себе, я думал, они поднимут, ну типа робот все дела. Я вообще думал, что Топе же слишком-то уж меньше поднимает, чем Птер. А нифига, ты смотри, просто инфорсера взяла, подняла. Да это же кайф просто. Просто супер. Короче, будем отстраиваться на том месте, где я уже начал строиться, потому что место вполне козырное, мне оно очень нравится. А, за кадром попробую притомить еще это. Топешку. Давай! Мочи все! Я же тебя раньше-то не встретил! Погнали нафиг! Ох, как шумно-то прям! Ой, прям минус уши даже у меня! Зато сколько ресурсов! Ну супер просто! Что ты летишь, безумная птица? Не бойся, я тебя не трону. Так, где бы сейчас еще свой дом найти? Вот где-то... А, во, вижу издалека уже.
Зато о, погромил и уже 1500. Полторы! Это еще один элемент. И, кстати, Никиса так прокачался. Пускай будет урон. Почему бы нет? Мне еще на ней летать очень долго и счастливо. Помимо 45, которую все-таки хочу притомить. Первая сортка есть, почему бы и не притомить? В общем, очень все клево. Я балдею. Реально, вот после операции здесь прям реально как глоток свежего воздуха. Вот это вот, и вылезти из подземелья, вот и все прям кайф. В следующем выпуске все-таки нужно будет сгонять. Возможно, я пойду в этот, в лес. Надо вообще составить список того, что мне сделать. Это, кстати, можете помочь в комментариях. Да, немножечко сейчас все-таки у меня получилось снять с запасом наперед. Вот. Так, давай на пассив всех. На всякий случай, хотя давай на нейтралочку поставим. Вот. Получается немножко запас наперед сделать, но немного. Вот, поэтому тоже можете написать вообще, что здесь делать и так далее. В целом, да, как я уже говорил, я хочу притомить всех диносов, которых в целом я могу притомить. Только на этой карте. Ну, допустим, то есть это и сова, это и моногарм. Ни разу не томил моногарма. Вообще. Вот, поэтому тоже будет очень сильно интересно, как это вообще реализовывать. Делаем так, ну, допустим. Вот. То есть все это дело опробуем, испробуем и так далее. Надо было наводчик сразу, наверное, сделать, чтобы им тоже поугарать немного. Но инфорсеры, понятное дело, лучше делать с рецептов. Тоже, опять-таки же, нужно будет и лучи подефать. И, я думаю, займет это у меня не один выпуск, потому что дефать лучи — это прям что-то с чем-то и тяжело. Тем более в соло, неважно какие рейты, в соло все делать намного сложнее. Но для этого мне нужно там единицы хороших и так далее. Поэтому в ближайшее время все-таки нужно будет сгонять, найти меда хотя бы чуть-чуть. И уже притомить мешаньку. Я хочу мешаньки, мешаньки — это клево, мешаньки. Я обожаю мешаньки. Мешаньки — это супер. Да. Ну и базу уже поделать. Не знаю, когда я базу буду делать. Базу, возможно, я буду делать в ближайшие выходные, когда они будут. Не знаю, через неделю, допустим. Ну, все возможно, а там уже будет видно. Короче, нафиг все. Не знаю, как у вас вышла серия. У меня в целом было неплохо. Попутешествовал, какие-то впечатления получил, и все в таком духе. Честно, я порой не понимаю, что я наснимал, а что не наснимал, потому что я, типа, там паузу ставлю, там паузу, там что-то показал, там что-то рассказал. Надеюсь, вам было интересно. Ну, по крайней мере, мне было интересно, а это главное. Да, я же для себя в основном играю, камон. Вы что, не знали? А вот теперь вы знаете. Ну, а я на этом уже с вами это, пожалуй, прощаюсь. Как говорится, спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, и, конечно, делиться моими видео с вами. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.